послал нас на охоту за призраками. Тебя отправили в лес, потому что... Одного взяли! Центурион! Это будет отличный сказ! Пройти как ведуку. Ха, интересно, как они пройдут мимо дополнительных лучников в будике? А мы наблюдаем за лесной тропой, чтобы ни один римлянин не просочился. Никто не пойдет через лес большим отрядом. Я вернусь как ведуку и поддержу будику. Идет? Ты прав. Эй, римлянин! Совсем один? Не прячь, какой идет! Беги, пока можешь. Чёртов подонок! Ugh!
раньше, чем я ожидал. Стоит поспешить к акведуку. Сюда! Легионы приближаются. Размести лучников со стороны дороги и приготовься стрелять по моей команде. Да, господа. Здесь должен быть путь наверх. Сдохни!
Нужно просто сбросить это. Тебе не следовало сюда приходить. Теперь ты умрешь. Вы нарушили клятвы, данные Риму. Вы убиваете невинных женщин и детей. Тебе не следовало сюда приходить. Теперь ты умрешь. Вы данные Риму. Вы убиваете невинных женщин и детей. А как, по-твоему, была создана твоя империя? Не звали вас сюда? Come on!
Вперед, к насыпи! Господин! Я должен идти быстро. Строй долго не продержится. Thank you.
или я прерву твой рот. Быстро! Довольно! Бьемся во славу Рима. Но что это за слава? Бритты не пойдут на мир, если мы будем так с ними поступать. Должно быть, это бритерианцы. Стоять! Друзья Рима, представляю вам Василия, сына императора. Командир Виталион, поздравляю с благополучным прибытием. Явись вы чуть позже, и могли бы пропустить все веселье. Надеюсь, ваш путь был не слишком труден. Господин, я бы хотел... Этим займутся мои претарианцы. Стража? Схватить эту бритскую дрянь. Ваше Величество, я возражаю. Если вы не в курсе, мой брат Комат все еще не найден. Я намерен выяснить, что эти дикари сделали с ним. Мы, бриты, жили в мире при старом римском вожде. Но новый вождь Комат, сын вашего короля, ужасен. Он заслуживает судьбы, которая его настигла. Мне больше нечего сказать. Тогда мне понятно, что бриты не любят так, как мы, римляне. Ваша девочка. Она прекрасна. Парите ее, пока он не заговорит, или она умрет. Без разницы. Нет! Позвольте! Свистеешь! Как ты смеешь? Я сын императора. И я делаю все, что я пожелаю. Нет! Пожалуйста, жальтесь над ней! Я скажу все! Вождя Комода продали рогатому королю из северных земель за стеной. Отпустите мою дочь. Прошу. Видите? Эти люди понимают только один язык. И это язык силы. Вы найдете своего вождя во тьме за стеной. Там, где угрюмые горы возвышаются над бездонными озерами. Там рыщут рогатые люди. Немногие возвращаются оттуда. О, как интересно. Командир Виталион. У меня для вас новое задание. Вы поведете своих людей на север к угрюмым горам и вернете моего брата. Стража, запереть пленников. Подготовьте людей! Вы слышали командира? Готовьтесь выступать! Центурион! Строй, парни. И не мы идем на север. Да, господин.
Виталион повел наши войска на север, далеко за пределы Империи, на край мира. Нашими врагами были скорее яростные звери, чем люди. И даже лучшие легионы Рима не могли их покорить. Зловещие слова Освальда преследовали нас, пока мы погружались все глубже в беспощадную тьму. Там рыщут ужасные рогатые люди. Немногим удается вернуться. Этот форт Глоссоп. Ходят слухи, что это и есть ворота в ад. Место смерти и огня. Боюсь, то, что творится здесь, на краю мира, скоро обрушится и на Империю. Механики, замочите эти шкуры. Антоний, проверь тросы. Атон, закрепи балки. Мы выдвигаемся.